Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Эти люди ответственны и терпеливы. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Эти личности гибкие и льстивые, способные вертеть другими людьми как угодно, способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Несгибаемая воля этих людей все заставит довести начатое дело до конца. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяется не только на ближайшее окружение, но и на весь мир. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.